Всем привет, меня зовут Николай. Почему я здесь? Я сразу скажу, я не бизнес-консультант. Мои советы, наверное, связаны больше будут с тем, что так уж получилось, что в предыдущий кризис наша компания выросла больше всего за всю свою историю. Для нас это был тест на прочность. Мы его вначале очень плохо проходили, но в итоге выкарабкались и переосмыслили все, чем мы занимались. И, в общем-то, все, что сейчас у нас есть, наверное, мы обязаны этому кризису. Кто нас не знает, я буквально минутку расскажу, кто мы есть. МСТ – это агентство полного цикла. Мы занимаемся разными, совершенно разными продуктами, начиная там от сайтов, заканчивая мобильными приложениями и рекламой. Мы входим в группу компании Red Cats. У нас 50 человек, 60 сейчас в штате. И, соответственно, мы неплохо чувствуем себя в различных рейтингах. От 10 до 15 места, наверное. Стараемся активно участвовать в жизни отрасли, принимать участие в конференциях и организовывать их. И занимаемся также обучением в Икре. И вот у нас свой, собственно, есть проект Greenwich. Это наш корпоративный университет, который находится в Ульяновске. Да, мы родом из Ульяновска. Основной офис у нас там. То есть там весь продакшн. Здесь у нас аккаунт, офис московский небольшой. Собственно, как бы буду рассказывать на собственном примере. И как все, чтобы понять, что происходило в кризисе, я, наверное, начну с того, что было до кризиса. Да? Вот нам 10 лет, и мы условно делим свою жизнь на два этапа. Первые 4 года и последующие 6. Вот в первые 4 года у нас был такой вот бизнес странный. Команда это были 20 моих друзей. Вот так. Окей. Хорошо. Команда это были 20 моих друзей. Основные клиенты это были 20 других моих друзей. Рынок сосредотачивался в нашем родном городе, в Ульяновске. Я занимался всем подряд. Ну, в основном тем, что мне нравилось. Мы легко ввязывались в любые новые истории. У нас отсутствовало финансовое управление, и не было плана. И, в общем-то, вот в таком состоянии мы подошли к кризису 2008 года. И он заставил нас поменяться, потому что буквально с конца 2008 года мы набрали долгов столько, что если бы компания продолжала работать с привычной долей рентабельности, то, наверное, я бы их отдал несколько лет. Что было в следующие 6 лет, что мы поменяли, что, как бы, что сейчас в компании, да? А потом я буду рассказывать, как мы это делали. У нас есть планирование, мы очень много уделяем этому времени. Внимание, точнее, не времени. Есть год, полгода, квартал. Сейчас у нас 50 человек в штате и 50 удаленно. Но 50 удаленно – это в основном все те, кто когда-либо кто-то работал у нас. Клиенты – это крупный и средний бизнес. В основном это федеральные или международные клиенты. Я занимаюсь только 4 вещами. В основном 3 и немножко еще 4. Это финансы, стратегия, продукт и немножко пиар. Но основной рынок – Москва. Мы входим в красные кеды. И я сейчас это уже воспринимаю как бизнес. Потому что я могу точно сказать, сколько я заработал в этом месяце, сколько я планирую заработать за год, за квартал, в следующем месяце, какие у меня есть риски, какая стратегия и куда мы идем. Что, соответственно, нам дал кризис? Ну, мы изменили 3 вещи на самом деле. То есть произошло с нами. Да? Мы начали работать ради прибыли, а не из-за интереса. Мы поняли, что было лишним, а что важным. И за последующий 9-й год мы заработали больше, чем за предыдущие 4 года. Что было лишним, как мы выяснили? Первое, это половина команды, как ни странно. Как мы это поняли? Когда у нас начались финансовые проблемы, мы стали задерживать зарплату, половина команды ушла, а объем работ примерно остался такой же. И мы его продолжали выполнять, но составом меньшим. 2 раза ровно. Я для себя стараюсь сейчас
держать определенную там метрику такую, сколько вообще должно людей в компании работать, чтобы не забывать об этом. Ну вот кто как думает, как определить? Да? Ну, возможно, да. Я к этому отношусь немножко по-другому, с финансовой точки зрения. Вот для себя я выработал такую метрику, ну вот на предыдущий, на 2014 год, потому что метрика в рублях, в 2015 году, наверное, она поменяется. Если вы работаете в регионе, ваш сотрудник, ну, количество ваших сотрудников должны генерить оборот минимум 1 миллион рублей на сотрудника. Если это меньше, это значит что-то неправильно. То есть минимум миллион в год. Если вы в Москве работаете, то это 2 миллиона. Если в Питере – полтора. Но это моя субъективная такая оценка. Наверное, в этом году это будет выше, потому что рубль стал дешевле. Соответственно, половина команды была лишних, мы от нее избавились. Да, еще очень полезная вещь перед кризисом. В этом году, в 2014 году, когда запахло жареным, я для себя сделал такую вещь. Я составил табличку всех сотрудников и напротив каждого написал, сколько он мне приносит денег. Сложная штука заставляет посчитать, подумать, оценить, потому что там, ну как вот посчитать, бухгалтер сколько приносит, да, там, или там дизайнер, очень сложно. Но если поковыряться в голове, то это можно сделать. И очень видно сразу, и соответственно, сколько он вам приносит, сколько вы на него тратите. И сразу видны минуса. Вот я такую табличку составил, у меня получилось 5 минусовых сотрудников. Я их до конца года уволил. Ну, то есть полезно иногда делать такую профилактику. Значит, второе, что нам мешало, убыточные контракты и клиенты. Как ни странно, есть такая история во многих компаниях, чемодан без ручки называется. То есть когда долго работаешь, вроде и выбросить жалко, и нести тяжело. Нужно периодически проводить оценку клиентов. Тоже так же можно субъективно, можно с помощью бухгалтера или финансового аналитика прям считать конкретно, сколько клиент вам денег приносит, сколько вы на него тратите. Если в течение полугода он минусовой, то он лишний, выкидываете его, другого найдете. Он, в конечном итоге он вас потопит. Что еще было лишним? Корпоративная культура, корпоративы. У нас это было в большом... Ну, потому что у меня было 20 друзей в компании, поэтому это было в достаточном количестве. Это было тоже лишним, как показывает практика. Профессионалам это все не нужно. Профессионалы, которые я надеюсь, что вот сейчас все, кто у нас работает, это большая часть профессионалов. 90%. Остальные стремятся. Вот профессионалу нужны две вещи. Это понятная своевременная оплата труда, понятная, да, и интересная задача. Вот практика показывает, что этих двух вещей достаточно. Если одного нет или другого, то уже проблемы начинаются. А все вот это корпоративная культура, это все лишнее. Мы сейчас проводим только один корпоративный праздник, это Новый год. В том году нам было 10 лет, мы даже не праздновали десятилетие. Вот. Корпоративная сотовая связь тоже лишняя. Она нужна только, по сути, аккаунтам. У нас до кризиса она была у всех. И за всех мы платили. Ну, кто занимается продакшеном, продакшн-офис в центре – это глупость. Это не нужно. Туда не нужно водить клиентов. Поэтому как бы до кризиса 2008 года у нас офис был в центре. После кризиса мы построили собственный 4-этажный офис не в центре города. Сомнительный стартап внутри компании. Бывает такое, что у кого-то из сотрудников или у вас там возникает какая-то идея, и вы начинаете огульно: о, давайте, клево, давайте это сделаем. Это не нужно делать. Любая идея, любая инновация, любой какой-то внутренний проект нужно посчитать. Прям как мини-бизнес-планчик сделать в Excel. Сколько вы вложите, сколько вам это принесет. Если что-то не срастается, не нужно этим заниматься. Ну и вообще,
веб-студии или агентстве не нужно делать стартапа. Если вы хотите что-то сделать новое, то сделайте отдельную компанию. Слепое копирование чужого опыта. Ну, то есть всегда нужно анализировать, думать, нужно ли вам это, подходит ли это для вас. То, что хорошо для там, кого-то, может быть, не очень хорошо быть для вас. Ну, я пример приведу, простой, да? Например, у нас был в штате фотограф. Зачем он нам нужен, не знаю. Мы просто увидели, что у конкурента, у одного появился фотограф, у них стали классные фотки на сайтах, которые они делали. Мы тоже взяли в штат фотографа. Но это было глупостью. Задержки зарплат. Это вот разрушает всю систему. Это не нужно делать ни в коем образом. Это пагубная штука. И то, чем я, наверное, очень сильно горжусь, следующие 6 лет мы ни разу, ни на день, ни на час не задержали никому зарплату. Это очень важно. Это делается легко, то есть финансовое планирование, определенный стоп-фонд, и даже если у вас кассовые разрывы, берете из стоп-фонда и выплачиваете зарплату. В крайнем случае оформите кредит. Это тоже как бы способ избежать кассовых разрывов. Почему это важно? Потому что как только вы начинаете задерживать зарплату, мотивация падает, расползается плохие вести по компании, и в общем вся эффективность пропадает. Когда у вас вовремя всегда выплачивается зарплата, в любые кризисы ваши сотрудники чувствуют себя спокойно, и в общем это помогает. И они это ценят. Дальше. Что действительно важно? Ну, то есть я действительно думаю, что это, наверное, одна из самых больших проблем в отрасли. Важны финансы. То есть у нас так получается, что в отрасли не все относятся к этому как к бизнесу, как к предпринимательству. А предпринимательство и бизнес — это в первую очередь это расчет, это финансы, это рентабельность. Ну, не буду банальные вещи произносить. Что у нас происходит, да? Что мы сделали? Я нанял финансового аналитика, который мне сделал в Excel форму. Вот я ему прямо рассказал, как мне надо. Как мне надо сделать, чтобы я видел ежедневно, что происходит в компании. И он мне так и сделал. Это не похоже ни на бухучет, ни на что. То есть он сделал так, как мне удобно, чтобы мне было понятно, что происходит. Она у меня даже не финансы называется, а пинанса. Почему? Потому что ее основной функционал – пинать меня, чтобы я предпринимал какие-то действия. Что в ней есть? В ней есть ежедневное поступление денежных средств, ежедневные расходы, выполнение плана по поступлениям расходам с разбивкой по менеджерам, личные показатели каждого аккаунта в процентном соотношении, остатки на счетах, прибыль по кассе и дебиторка. Это все видно на одной странице, потом разбивается на отдельные вкладки. Я это все вижу. И если я примерно представляю, то есть какие показатели нормальные, какие ненормальные. То есть если сегодня, там, например, 15 число месяца, а у меня от планируемого поступления денежных средств собрано 20%, это ненормально. То есть я не смогу погасить свои расходы, я начинаю бить тревогу и действовать. То есть напрягать менеджеров. А кого из менеджеров напрягать? Я открываю табличку по каждому и вижу, у кого наибольшее отклонение. Или у всех отклонение. И то же самое, если я вижу, что у меня 10 число, а у меня перевыполнение, ну это значит, неправильный план был, наверное, составлен. Либо очень хорошо работают аккаунты, надо посмотреть, проанализировать, либо премию дать, либо поругать, что план неправильно составили. Ну и, соответственно, контролируем расходы, остатки на счетах, смотрим примерно, что к чему, по неделе видите, что вы должны оплатить. Соответственно, это все дисциплинирует, помогает. Вот мне это очень сильно помогает. Я это каждый день смотрю. У меня бухгалтер это каждый день смотрит. И директор по развитию каждый день смотрит. Вот 3 человека это каждый день смотрит и работает с этим. Там есть, даже в Excel у нас строятся там графики, точка безубыточности, операционный рычаг. Я этого уже не понимаю. Это понимает бухгалтер. Она периодически тоже там тревогу или в колокол бьет, в набат, что что-то нехорошо. Дальше. По продажам, да, то есть кризис. В кризис мы начали действовать немножко по-другому, более агрессивно, и начали
действовать, знаете, есть такая теория, теория Эллиота, это вот форекс-игроки очень любят, да, то есть поведение толпы. То есть есть нисходящий тренд, есть восходящий тренд. Вот в продажах это на самом деле тоже работает. То есть, например, вот сейчас кризис, да, вроде как. Соответственно, все начинают думать, так, как мне действовать, как мне продавать, может быть, мне изменить там продукт, еще что-то. Начинают все думать, о, у кого есть деньги, у государства есть деньги, я пойду в госсектор. У государства будут деньги, я пойду в госсектор. Вот первое, что вам приходит мысль в голову, вот этого делать не надо. Это вот как раз поведение толпы. Возьмите четвертый, пятый вариант и идите туда. То есть там, где будет меньше, там, где будет как раз восходящий тренд, а не нисходящий. Потому что там, где уже толпа, там будет тяжелее толкаться и тяжелее себя вести. Ну и, соответственно, чем мы тоже начали заниматься? Мы начали заниматься рейтингами, портфолио, клиентским сервисом, который хорошо работает на сарафан, пиаром каким-то, рекламой. Мое субъективное мнение, что лучше всего из этого работает портфолио и клиентский сервис. Все остальное работает хуже, но тоже важно. Что также важно? Важна стратегия, то есть у вас должен быть определенный план в голове. То есть вы должны продумать, как вы себя будете вести в той или иной ситуации. То есть вы всегда должны четко, но опять-таки это не должно быть заумно или сложно. То есть самые эффективные вещи, они очень простые. То есть вот тренируйтесь на детях. Если вы можете это объяснить ребенку, то, наверное, это правильная вещь. Да? Если вы уже не можете это объяснить, то, наверное, это что-то заумное и не будет работать. Вот что должна стратегия делать? Она должна отвечать на простые вопросы. Куда мы идем? Кем мы будем через 3 года, сколько денег мы будем зарабатывать, на каких рынках мы будем работать. Вот нужно четко эти цели наметить, ответить себе на вопрос и по этому направлению идти. Опять-таки, можно набросать еще, какие у вас могут быть риски и как вы будете менять свою стратегию в зависимости от тех или иных рисков. Ну и, соответственно, надо пересматривать стратегию периодически. В кризис это лучше делать каждые 3 месяца, я думаю. Ну или хотя бы раз в полгода. Но лучше в 3 месяца. Что также важно, структура компании. Вот я раньше, первые 4 года жизни нашей компании, любил очень рисовать структуру компании. И думал, я сейчас что-нибудь такое придумаю, вот этого Васю переставлю сюда, Петю сюда, и будет счастье. Но это все не работало. На самом деле работает простое правило, я сейчас забыл, очень известный консультант, который объяснял, как правильно строить структуру. Но, в общем, суть такая, что в компании вся структура – это не стрелочки и расположение людей, а это цвета. Есть зеленый цвет, есть красный. Красный отвечает за продукт, зеленый отвечает за деньги, за прибыль. Вот когда в вашей компании все красные, один наверху зеленый, вот это плохая структура. Или тот, кто бессонными ночами думает, где же денег взять. А все остальные занимаются продуктом. Это очень плохо. Когда у вас там 5 наверху зелененьких, но остальные опять красные, это тоже хреново. В небольшом бизнесе, вот до 50 человек, я считаю, что должно быть 50-50 где-то. То есть 50% зелененькие, 50% красные. 50% думают о прибыли, так или иначе, косвенно. Пусть у них это в мотивации будет зашито. А 50 пусть думают о продукте. Вот когда не только один человек не спит ночами и думает, где деньги взять, а половина, тогда у вас вообще не будет никаких кризисов. И никогда провалов никаких не будет. Это вообще идеальная модель. Всегда будут деньги. Ну, про мифы. На самом деле я не буду озвучивать вот сейчас все эти мифы, а это будет банально. Я вот озвучу 2 на самом деле, 3 последних. Первое, что рынок маленький, не верите этому, рынок не маленький, рынок очень большой, очень много ниш, и эти ниши можно даже самому создавать. Недавно у меня был один...
со знакомым общались. Так вот, он нашел нишу, знаете, дорогая косметика, по-моему, французская. Вот когда в Wordstat'е в Яндексе набиваешь ее, 60 человек ее ищут по всей России в месяц. А он умудряется ее продавать на 3 миллиона в месяц. И делает это через Инстаграм. Он сам инициирует, то есть создает сам рынок, покупает там посты каких-то известных блогеров, они фоткаются с этой косметикой, и все как дураки покупают у него эту французскую косметику, несмотря на то, что ее вообще никто не ищет. То есть это вот, наверное, применимо к любому рынку, и нужно понимать, что если вы чем-то занимаетесь, вы сможете это продать. Если это не покупает, придумайте, как сделать, чтобы покупали. Это тоже возможно. Рынок распределен, все поделено. Тоже есть такой миф, что есть лидеры, там есть какие-то большие компании. Неправда. Любая большая компания может работать с любой маленькой. А в кризис тем более. Все начинают считать деньги и очень легко меняют подрядчиков. И вот было недавно исследование Эдиндекса. Там Эдиндекс, по-моему, посчитал, что на нашем рынке нету ни одного игрока, даже 1%. То есть это говорит о том, что рынок еще вообще не сложился. И нельзя признавать, что ты из регионов. Ну, наверное, это вообще уже не актуально, особенно в преддверии этого кризиса. Мне кажется, что сейчас все большие компании, наоборот, ищут талантливые компании из регионов, потому что они дешевле, а по качеству не уступают. Ну, наверное, все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, я отвечу. Вопросы? Все стесняются или нет вопросов? Нет вопросов. Не может Отлично. Быть. Надо задать хотя бы один вопрос, иначе Коля обидится. Я не обижусь. Обидишься. Здравствуйте, Михаил, регионы. Такой вопрос. Вы говорили, на одного сотрудника должен приходить оборот миллион, да? Да. В регионах, если небольшая компания. Это имеется в виду в месяц или в год? В год. В год, а то я уже испугался. Ага. Нет, не пугайтесь, в год, конечно. Ну, в 2015 году цифра, наверное, побольше будет. Оборот. Ну, то есть это минимум такой. То есть если меньше, то это что-то не то. Где вы ищете талантливые кадры и хороших клиентов? Хорошие кадры сами воспитываем. Другого способа нет. У нас институт менторства внутри компании. И учим сами с нуля. Со студенческой скамьи подбираем. Иногда каких-то отдельных профессионалов выцепляем, привозим к себе. Такое тоже было. У вас какие-то ступени там внутри компании? Ну есть? Да, есть там условные ступени, но на самом деле все эти ступени определяет профильный руководитель. Как он считает нужным, так он как бы и двигает человека вперед по зарплатам, по KPI и так далее. А клиентов хороших находим. Клиенты хорошие сами приходят. То есть если вы хорошо делаете работу, к вам в любом случае придут за работой. То есть целевым образом не ищете там директ? Ну сейчас нет. Как кто-то очень умный сказал, что можно научиться лучше всех что-то делать, и у вас всегда будет работа. Можно хоть на пиле научиться играть лучше всех, и вы всегда будете, ваш гастрольный график будет расписан на год вперед. Делайте просто хорошо свою работу, и клиенты сами найдутся. Они же тоже ищут. Подскажите, а вот у вас был рост с падения вашей компании, ну, там, с 2008 года, с кризиса. У вас было 10 человек, я правильно вас понял? Да. А вот когда вы присоединились в Red Cats, в каком вы были в количестве? 50 человек. То есть вы уже на самом пике? Ну да, у нас уже... А еще такой вопрос. У вас рост был вот в какой зависимости? Да? То есть вот 10 человек выросли, потом следующий шаг 15 человек, 20. В какой момент у вас стало 50 человек? То есть был какой-то взрывной рост. Какого момента времени? Ну, у нас бурный рост начался в 2009 году, когда мы резко сузились до 10 человек, а оборот резко пошел вперед. То есть у меня был, знаете, период такой, что я вот должен был денег много. Я их отдавал. А когда я их все отдал, у меня в следующий месяц раз так и прибыль. Нормальная вообще, то есть непривычная для меня. И буквально там... А я еще боялся людей набирать, потому что, ну, после такого шока
следишь за расходами. И где-то полгода мы еще работали вдесятером, а прибыль дуром шла. Мы за следующий год там заработали так, что вот сразу офис себе сделали четырехэтажный. То есть эффективность на каждого сотрудника была большой? Ну, была, да, ошеломляющая. Таких показателей мы больше не добивались никогда. Потом уже А с чем это связано было, кроме долга? С тем, что жили одним днем и каждый день считали каждый рубль. Вот я вот так вот буквально, да, то есть все должно было приносить прибыль, все, даже там, я не знаю, вот любая мелочь должна была приносить прибыль, и она приносила прибыль. А еще такой вопрос. Вот в текущей структуре вашей компании отдел разработки или производства, которое непосредственно производит продукт, он какой? Программисты вы имеете в виду? Ну да, вот программисты, там, верстальщики, тестировщики, там, проджекты, которые создают непосредственно продукт из 50 человек. Из 50 человек, ну, наверное, человек 40. На скидку так. Ну, у нас дизайнеров еще очень много. Они тоже производят продукт. Но ваш основной продукт в портфеле – это непосредственно сама разработка, либо весь проект под ключ, либо это такой кейс диджитал? 50% разработка и 50% все остальное, в том числе реклама. Самая доходная реклама? Нет. Наоборот, реклама самая недоходная. Самая доходная – разработка, получается. Ну, с рекламы я могу сказать, что... Ну, а рентабельность по разработке какая у вас? Ну, сейчас где-то процентов 20, может быть, 25. С этих 40 человек? Да. Спасибо. Ну, в среднем по компании меньше доходность, потому что с рекламы иногда бывает и 2%. О, у меня такой вопрос. Можно я здесь? Да-да. Спасибо за интересный доклад. Тут вопрос насчет листочков красного цвета и зеленого цвета, да? Угу. Вот, допустим, наступил кризис. Кого вы начали быстро искать? Продажников? И как их искать в кризис? Вот ваше такое вот мнение, ну... быстренько. Нет, даже упрощу. Можно ли брать, например, в IT-технологии, да? Ну, в веб-разработку, людей, которые сейчас кризис, пройдет много сокращений в параллельных IT-структурах, да? То есть ПО такое, ПО всякое. Как ваше мнение, можно брать людей, которые занимались схожими вещами, или проще найти готового продажника с вебом связанного? Да мне кажется, что хорошим продажникам вообще без разницы, что продавать. То есть вообще гвозди, сайты, вагоны, без разницы. Берите, конечно, если он хороший продажник, он продаст вам все. Много продажников не нужно. То есть у нас вот 2,5 продажника на всю компанию. А зачем их много? В принципе, я не знаю. И то я недоволен ими. Если бы один человек может продавать на 100 человек работу без проблем. То есть, ну, первое, что делаете в кризис, начните сами продавать. Вы самый лучший продажник будете, потому что ваш бизнес, у вас самая высокая мотивация, вы свой продукт лучше всего знаете. В продолжении вопроса. Угу. 50% зелененьких. Функциональные роли этих зелененьких? Два это могут быть и программисты. Ну вот, например, что мы сделали перед 2015 годом? Мы, например, перевели программистов на сдельную оплату труда. Они зелененькие стали сразу. Или мы начальникам отделов поставили в KPI прибыль отдела. Они тоже перекрасили сразу в зелененьких. Ну и так далее. Максим, компания 2B Design. Вопрос в следующем. Вы сказали, что оценивали прибыльность каждого сотрудника по отдельности. Да. В двух словах, чуть подробнее, просто сказали, что надо напрячь фантазию для того, чтобы это сделать. У меня единственное, что в голову приходит, сравнить с аналогичной услугой в аутсорс. Ну, очень просто. Например, аккаунт-менеджер. Я знаю примерно, какой он оборот делает по месяцу. Я знаю примерную рентабельность компании. Умножаю рентабельность на оборот, вот сколько он мне денег приносит. И ставлю напротив, сколько я на него трачу. Зарплата плюс все остальное. Если говорить про дизайнеров, ну я знаю, что вот отдел дизайна генерит примерно вот такую-то цифру.
а вот этот чувак делает, ну, примерно в среднем 1/5 отдела дизайна. Значит, я примерно прикидываю и опять напротив ставлю, сколько я на него трачу. А вот этот дизайнер, я знаю, что херней постоянно занимается, что его макеты не утверждают. Я ему ставлю, что он там 10% от отдела там, из 5 человек делает. И также зарплата у него, например, такая же. Ну вот и все. Это очень субъективная оценка, это не точные данные, но это вам даст ориентир примерно, с чего начинать. Что? Никак. Уборщица должна, в офисе чисто должно быть. Никак, она не приносит прибыль. Уборщица я не считал. Каверзный вопрос про уборщицу, мне кажется, был. Что? Я говорю, каверзный вопрос про уборщицу был. Но не удалось тебя поймать. У нас две уборщицы, и они не очень много денег потребляют, честно. Спасибо тебе за доклад. Я думаю, что всем очень понравилось.